Так, смотрите, уважаемые подчипчики, подписчики, подсвечники, и подписчики. Смотрите, лисичка такая у нас. Новая. Видите, прям блестится. Но есть одно но. Сопротивление нема. Вот смотрите, сопротивление нема. Видите, вот нету. А так пищит. Ну вот, пищат что-то. Теперь можно сменить моторчик. Но можно и бюджетно. Видите, в некоторых установлены такие термопредохранители. В общем, в случае перегрева они сгорают. Его нужно сейчас удалить и провода между собой сомкнуть. И он должен работать. Добрался я до него. Вот маркировочку хотите, кто может, прочитайте. Там что-то написано, но я не вижу. На камеру тоже не передается. В общем, добрался. Теперь сейчас я установлю его. Вот так. И я, не заморачиваясь, наверное, возьму его и так перекручу, замкну. Вот. Там что написано? 102 градуса, что ли? 150 градусов написано. В общем, если 150 градусов набирает, он сгорает. Сейчас мы его обойдем и все. Вот так вот это все выглядит, смотрите. Обрезал я. Вот она. Эта штучка. И провода между собой замотал. И теперь смотрим и проверяем. Снимать и мерить неудобно. Твою. Видите, все четко. Устанавливаем. Так, теперь включаем и что мы видим? Все четко. Такой вот ремонт. Пишите комменты, ставьте лайки.